За праздничным столом собрались ветераны Центрального района. Подобные встречи администрация города проводит с ними не только в памятные даты. Мэр регулярно интересуется проблемами людей старшего поколения и благодарит тех, кто, несмотря на свой возраст, продолжает вести активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Очень важно сегодня на примере ваших отцов, вообще на примере русского, советского народа, надо сказать нашему подрастающему поколению, честно назвал ошибки, честно назвал наши победы. Таким образом, подчеркнул глава города, ветераны вносят неоценимый вклад в воспитание детей каждой сочинской семьи. Особенно активным мэр вручил благодарственные письма. А герои войны, в свою очередь, передали Анатолию Пахомову книгу с иллюстрациями, проделанной ветеранами воспитательной работы. Завершилась встреча выступлением городских творческих коллективов и исполнением песен военных лет.